Ничего не найдено. Офигеть, как круто, чувак. Быстро, 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 варганим трек. Нет, тут робот нужен. Оп. Я сэмплик прост. И на прошлой неделе у себя в Инстаграме я попросил друзей и подписчиков выкладывать небольшие музыкальные фрагменты, оставляя там место для меня, чтобы в дальнейшем я смог положить какие-то свои звуки, и тем самым можно было бы сделать такие вот совместные работы небольшие. Не знаю на самом деле, что из этого получится. Сейчас буду первый раз также слушать, что там ребята понаделали. И в процессе будем создавать треки. Для этого эксперимента я придумал такой тег, называется «Коллаб прост». О, ничего не найдено! Так что если после этого видео захотите поучаствовать, также отмечайте свои зарисовки этим тегом, и мы что-нибудь придумаем вместе. Проходим. О, 13 публикаций, замечательно! Скажу еще раз, я до этого ничего это не слушал. Специально, чтобы вот живьем первый раз с вами это ощутить. Трек номер один. От Акулова Евгения. Спасибо, мэн. Слушай. Неплохо. Е-е-е. Такие классические опизедовские звуки. Переносим его в Ableton. А, теперь надо определить BPM. Да, надо было просить указывать BPM. Ну ладно, сейчас будем подбирать. 90. 85. 84. Не, 86. Во, 86. Да. Ну, отлично, такая меланхоличная зарисовочка. Чтобы сюда придумать, попробуем OP1 подключить. Самое лучшее вообще. Это по черным клавишам. Записываем. Нормально. Сейчас будем импровизировать. Погнали. 4. Не попал. И 4. Все, придумал. Теперь мы заходим в input и выбираем радио. Максимальная дневная температура в среду и четверг составит 4 градуса тепла. В свою очередь информируют, что завтра днем в Москве и Подмосковье будет действовать повышенный желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны. Завтра днем в Москве и Подмосковье будет действовать повышенный желтый уровень погодной опасности. Завтра днем в Москве и Подмосковье будет действовать повышенный желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра до 15 метров в секунду. Быстро, быстро, быстро варганим трек. Вот так вот у нас. Все, это вот это будет у нас в начале уже играть. Так, сохранюсь-ка я. А этот будет у нас отсюда тогда. И на это все дело мы накинем реверб. Пум-бурум-пум. Вот так вот. Отлично. Thank you.
Слушайте, круто, круто, круто. Спасибо большое Акулову Евгению за такой классный трек. Ну, что-то такое быстро накидали. В общем, можно и тут еще сидеть и морочиться, но впереди у меня еще есть какие-то видео. Ох, что-то я разошелся прям. Трек номер 2. Константин Гуз. Ну, надеюсь, так читается. Или Гиз Гуз. В общем, Константин. Офигеть, как круто, чувак. Что-то интернет чуть глючит. Давай я сейчас быстро это все скачаю, чтобы нам сразу в Эйблтоне это слушать без тормозов. Да, такой небольшой кусочек. Ой, очень атмосферный. Класс. Мне кажется, он настолько самодостаточный, что даже непонятно, что сюда можно добавить. А на самом деле можно. Сейчас что-нибудь-то придумаем. Очень круто. Вот она. Упс. Будем использовать KO. У меня здесь есть какие-то вокальные сэмплы. Сейчас посмотрим, насколько они сработают с этим потрясающим эмбиентом. Так, все максимально в проводах. Ну, как есть. Фу. Есть ощущение, что это 121 BPM, судя по сетке. Создал два пустых паттерна. Мне вот очень нравится, как вот этот звучит. Эй. Класс. Все, записываю. Круто, круто. Наверное, лишний был последний. Вот так мы его подрежем. Сюда тоже можно эхо сразу навалить. Для полного отлета. Да. Сейчас еще поищу. Может быть, что-то есть, какой-то еще паттерн. Оу, мамочки. А неплохо звучит. Так, чуть фидбэк поменьше сделаем. Интересно, по тональности подойдет сюда? Идея записать драм-секцию быстренько. Надо такую что-то перкуссию найти. А давай запишем. Бочку добавим. Думаю, это достаточно. Это мы размножим. А, супер идея. Накидываем вахалу. Не, вахала вообще вытянет все что угодно. Чувствуете? А сейчас прямо в лайве запишу. Thank you.
Что скажете? Это было круто, Константин. Фу, спасибо тебе огромное. Да, если какой-то из музыкантов вам понравился, то обязательно заходите к нему в Инстаграм. Трек номер 3. Black Putly Music. Ты что ж за интернет-то такой? Так, что-то он достает. А, что это? Это паттерны? А, невозможно слушать с этим интернетом. Давайте скачаем сразу. Все, трек у нас на дорожке. Сейчас подберем BPM. А, что это? 100. Во-во-во. Что-то похоже. 105, что ли? 104. Ага, 106, наверное. Нет, 107. 108. Да ладно, 105, что ли? Нет, 107. Реально 107. Предлагаю записать сперва паттерн голосовой. Мне кажется, сюда отлично он зайдет. Ну-ка посмотрим. Отлично. Так, думаю, я придумал. Так, все, готово. Это мы расставляем сюда. Очень классно. Ай, хорошо ты как. Наверное, сюда еще стоит что-нибудь с Опиона добавить быстренько. Так, вот так я это сделаю сюда, сюда, сюда. И послушаем. Да-да, спасибо огромное тебе, Black Putly Music. Так, тоже проходите на каналчик, посмотрите, что чувак делает. Это он же. О, и это он, послушаем. Неплохо. Блин, классный. Ладно, замрем. Трек номер 4. Брайан Шипано. Послушаем. Но почему? Почему ты не записал в линию, чувак? Ну можешь на рекордер там посадить.
Ну так сложно, так сложно. По ощущениям, по картинке это от него же. Да, Брайан Шипано. ТикТок. Ну интересно. Тоже от Брайана Шипана. Брайан, ты молодцом. От Брайана я беру вот этот. Еще раз скажу, что это быстрые такие наброски. Ребята также накидали партии, и я в таком же стиле накидываю свои какие-то части. Можно это все, конечно, прорабатывать неделями, но на это, к сожалению, нет времени. Это вот такой вот тестовый, пробный режим для вот таких коллабораций. Потому что все равно хочется что-то делать, но не всегда получается посвятить там целому треку вот там определенное количество времени. А так быстренько... Раз, раз. Хва. Да, это, видите, тоник и офис. С офисом, кстати, я не работал ни разу. Вот тоник у меня есть, офис не пробовал. Но звук прикольный. Ой, что-то близко, 118. Неужели 120? 120, реально. Раз у него тоник, то и у нас будет тоник. Достаточно. Все, вот так тебя множим. Быстро пробиваем хай-хэт. А я сейчас прямо его отсюда просто... О, не на ту дорожку. Вот так одного нам хватит. Лучше, конечно, его в сэмплер запихать. И там уже... Но так как... Мы быстро работаем. А-а-а, как долго. Сейчас, кстати, попробуем убрать вот это вот. Кинул немножко стерео, расширил. Нормально. Огниво. Я тут робот нужен. А как же без сэмплов? Так, а если такой попробовать? Вообще, давай вот до сюда будет у нас все. Спасибо, Брайан Шипано. Это было классно. Трек номер 5. Иомо 0. А, ты глючит. Давайте сразу скачаем его. 126. 128. Что, 127, что ли? Mm-hmm.
Нет, давайте попробуем тогда с OP1. Сделал паттерн, сейчас мы пропишем хай-хэт. Какие только мысли не рождаются, когда смотришь на эти дрожащие отражения. И он подумал о том, что может быть... Так. Думаю, так оставлю. Только я это не записал. Иома, спасибо тебе огромное. Так, откуда ты? Откуда ты? Music, donation, our stuff. Так, непонятно. Но это было круто. Я как смог вот что-то придумал на ходу, что-то не придумал на ходу. В общем, это все сплошной эксперимент. Этим можно заниматься целые сутки. Но вот такой вот сегодня получился выпуск. И если у тебя есть идеи и ты хочешь сделать какой-то совместный трек, то используй хэштег collabprost и загружай свой скетч, и мы что-нибудь придумаем. Вау, друзья, спасибо огромное еще раз за ваши демки. Если тебе понравился вот такой вот формат, то напиши об этом, пожалуйста, в комментариях, чтобы я мог понять, что, и, что так, что не так. Может быть, больше уделять времени для вот этих скетчей, для проработки, не знаю, там, поработать со структурой, сделать реально полноценный трек из кусочка присланного, да, вами. Или достаточно вот такого быстрого, легкого формата, что мы бац, раз там накидали, и вот этого вот достаточно. Жду вашей обратной связи, это действительно поможет развить вот этот вот эксперимент. А в будущем у нас также будут стримы с приглашенными гостями. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить. Также анонсы о всех мероприятиях, выступлениях, встречах юных техников. Кто не в курсе, это пользователи вот таких вот покет-операторов и вообще любых девайсов карманных. От Teenage Engineering и не только. Приходите обязательно на наши встречи. О том, когда они проходят, я публикую себя в Инстаграме. Так что подписывайтесь и следите за новостями. Так, так, ничего не забыл, ничего не забыл. Да вроде нет. До новых встреч!